зависит от меня его состояние. Впрочем, как и все вокруг. Так же, как меняемся мы сами, просто постепенно, а не вдруг. И проснувшись, мы поймем однажды, время – быстротечная река, что когда-то было очень важно, то сегодня просто и вот так. Так хочется, чтобы на протяжении всей нашей жизни рядом с нами были друзья. Дружба действительно, наверное, самое лучшее приобретение за всю человеческую жизнь. Мудрецы делят дружбу на четыре вида. Есть дружба, как еда. Это друзья, которые нужны нам так же, как еда, каждый день. Есть друзья, которых мы вспоминаем только в очень трудные минуты. И такая дружба для нас, как лекарство. Есть друзья, которые, наоборот, вспоминают о нас только тогда, когда у них проблемы. Тогда для нас такая дружба – это близко. А есть друзья, которые не всегда рядом, но мы всегда ощущаем их, и они нужны нам, как воздух. Вот и сегодня, вместе с замечательным коллективом и с его солистом, у которого мы были, на сцену приходят настоящие друзья, без которых нельзя, как без воздуха. На сцене инструментальный ансамбль. Лидер танго Астор Кучерова. Все трое мы.